целость, ребят, у меня. Вот, так что, что сказать? Вот эти номера клиента на машину я уже нашел. И буду продавать за 25 миллионов рублей. Так что вот так вот. Ну все, мы на старте. Финальный заезд, после которого решится, чья машина будет сожжена. Очень сильно волнуюсь. Я уверен в своей победе. Надеюсь, тебе. Летние слова перед гонкой. Сейчас сжигать будем. Приехали за бензином. Я 5 месяцев ее собирал. 5 месяцев. Газ, газ. Спустя 1000 лет, наконец-то, это последняя гонка состоится. Асам, что скажешь перед гонкой? Короче, очень сильно волнуюсь, но я уверен в своей победе. Надеюсь, выиграем. Ахмед, последние слова перед гонкой. Без комментариев. Без комментариев? Все. Я слово дал, что в случае твоего проигрыша твоя машина будет сожжена. Сейчас должен состояться финальный заезд, после которого решится, чья машина будет сожжена. И честно, Асхаб очень нервничает, Ахмед очень нервничает. Никто не хочет свою машину отдавать. То фальшстарты у них, то это, то другое. Короче, никак не могут стартануть. И я думаю, хотя бы сейчас что-то получится. Пустой мотив, смысл мой позитив, крылья меня несут тебе. Фанаты Бенгел, вы можете меня поздравлять, CLS будет гореть. Но все равно, так как я вас очень сильно люблю, фанаты Бенгел, я ради вас делаю последний старт. Давайте посмотрим, как она едет. Ну что ж, погнали. Эта машина будет гореть. Кстати, это тоже обязательно уберем. Это я думаю, починить или не починить. Ну, какой смысл его чинить, если я все равно буду его сжигать сейчас. Кстати, Ахмед, ты забыл свою шапку. Опа-на. Кстати, без ошибок, все идеально. Ни чека, ничего. Состояние, конечно, плачевное. Но ничего страшного, скоро она будет гореть, ждите, ребят. Нужно признать, что выхлоп, конечно, нереально громкий. Ну все, поехали. Сейчас сжигать будем. Приехали за бензином. А где сжигать? Где для чего? Я, честно сказать, не хочу, чтобы ее сжигали. Если я тебе советую, не буду. Короче, да, приехал бензин, я думаю, сотый купить или 95-й. Я думаю, самый дешевый можно его купить. Все, давайте, короче, ребят, я скоро закину ролик, как бежал. Как вы думаете, какая машина уже сгорела, а, ребят?